Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, я вас очень рада здесь видеть. И сегодня я покажу вам все то, над чем я трудилась месяц май. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Давайте начну свой рассказ вот с такого сэмплера от The Scarlet House. Называется Seven Ship Sampler. Красивый винтажный сэмплер. Это репродукция 1825 года. Я его уже вышиваю, наверное, полгода, но буквально по парочку элементов. А тут решила взяться за него основательно. Дело в том, что я закончила свой основной процесс, и поэтому сейчас моим основным процессом будет вот этот сэмплер. Он, конечно, огромный, просто нереально. Я не знаю, как долго буду его вышивать, так как вот все вот это, что я вам показываю, я вышла, наверное, за неделю. Что для меня очень и очень мало. Это 40-й каунт, я повторюсь. Здесь у нас Ньюкасл, цвет Light Mocha. По ключу идет очень красивый сэмплер. Ой, сэмплер. Лен, который, к сожалению, невозможно найти. Я знаю, он есть где-то в Канаде, но надо его заказывать. И не факт, что он придет, и вообще неизвестно, есть он там или нет. Но я решила взять вот такой цвет. И теперь, когда я уже вышиваю и вышила вот этот верх, ну, не весь, конечно, а вот часть, то понимаю, что, наверное, немного ярковаты цвета, и мне хотелось бы более винтажного эффекта. И я подумала, что неплохо было бы как-то покрасить эту ткань кофе. Но я сомневаюсь, мне страшно, и я еще и думаю, надо это делать или нет. Поэтому, как вы думаете, посоветуйте, пожалуйста, покрасить мне эту ткань немножко кофе или нет, чтобы были такие неоднородные разводы, такие как немножко небольшие пятна. Почему я еще про это думаю? Так как здесь основным элементом, одним из, да, идет вот эта девушка с красивым платьем, с разводами. И у нее платье светлое. Сейчас покажу вам цвет, которым все это дело вышивается. И мы посмотрим. Вот, Roasted Marshmallow вроде бы. И он очень светлый, как вы можете видеть. Также все еще, кстати, светлых оттенков Oatmeal, которым вышиваются вот эти вот цветочки. Он вообще практически без переходов. И есть вот такой Adobe. Я подумала, чтобы платье было поинтереснее, вышить вот этот цвет. Вот. Ее платье сделать, в общем, таким цветом. Цвет Adobe, так как здесь достаточно большие переходы, и они такие яркие, было бы интересно. Но с другой стороны, если я покрашу в кофе, то тогда мне, наверное, надо будет чуть посветлее оттенок. И я не знаю, что мне делать. Оставлять платье такое, как есть, то есть вот этим оттенком, без особых переходов, и оно будет достаточно скучновато, как мне кажется, смотреться, но я не уверена. То есть здесь, видите, есть такие переходики, но они небольшие. Либо вот цветом Adobe вышить. А здесь вот такие прям яркие вырви глаз переходы. Надо будет искусно все это красиво делать. Но, в общем, я не уверена, что делать с платьем и оставлять ли вот эту основу такую, какая она есть. Хотя вот тоже смотрю, выглядит симпатично. Но мне кажется, вот этот цвет, он немного ярковат. Кстати, по вот этому цвету я вышиваю, забыла сказать, ниточками The Gentle Art. Есть у нас еще нитки по ключу в Глориане идут и Dinky Dice шелки, да. Я взяла The Gentle Art, можно, конечно, еще и в DMC. И вот этот оттенок, так, не этот, вот этот, которым вышивается рамка, он, как видите, без особых переходов, он достаточно яркий, темный, но он красивый, такой насыщенный. Здесь я уверена просто, что мне его не хватит. Надо будет покупать два мотка. Почему два? Потому что вот этот у меня уже наполовину моток израсходован, а у меня вышита вот небольшая часть без вот этого цветка, вот этих горшков, вот этого и вот этой части. То есть я так полагаю, что вот этот, вот эта вся пасма, да, пойдет мне только на верх. А здесь же еще, ого, сколько. Смотрите, нужно что завершить. И дерево, и узор, и вот какие-то тут цветы в вазе. Где-нибудь здесь надо будет его еще применять. Вот в этих деревьях, в пиджачке. В общем, я думаю, нужно докупить будет два мотка. Также здесь, я полагаю, мне не хватит цвета бренди. Такой горчичный оттенок. Очень красивый. Вот здесь, кстати, видны переходы. Тоже по этой же причине мне его не хватит, потому что
достаточно много чего я уже израсходовала. Но, к сожалению, на 1-2-3 стич нельзя купить этот цвет. Он out of stock, потому что производство ниток приостановилось немножко во время карантина. Я надеюсь, скоро это все исправится, и я докуплю. Но если что, то поеду в какой-нибудь физический магазин искать. Вот если честно, я здесь не вижу каких-то переходов с этим оттенком, поэтому, если вы хотите сэкономить, то, я думаю, можно и в DMC его вышить. Вот именно вот эту рамку, да? Что интересно, вот эта бабочка и вот эта, она вышивается двумя коричневыми оттенками. То есть вот эта часть вышивается одним, а вот эта, по-моему, другим. И разницы я не вижу. Давайте тоже покажу. Вот. Dark Chocolate и Picnic Basket. Ну, Picnic Basket, он немного пикнет. Пикник. Он немного в рыженку у нас. В рыжину идет. Что ж я заговариваю сегодня. Давно видео не снимала, поэтому язык заплетается. А так практически они тоже похожи. Но если вышивать, конечно, большие элементы, как дерево, то тогда, я думаю, разница будет видна. А если маленький, то можно взять один цвет. Так, розовый цвет. У меня еще тут его много. Остальными цветами я не вышивала. Мой любимый — это, конечно же, вот этот Wood Trail. Такой красивый. Такие тут переходы. Я уже жду, не дождусь, когда я его буду использовать. Давайте покажу поближе детальки. Как видите, здесь у нас видны переходы. Я вышиваю в одну нить две нити переплетения. Через две нити переплетения закрываю каждый крестик, чтобы были вот такие вот переходы. Где-то они явно видны, где-то не очень. Птичка вышивается у нас всего четырьмя цветами. Глазик не зашивается, клюв. Здесь всего два крестика серым. Очень просто идет эта рамка. Сначала шла сложно, а теперь как-то я уже приноровилась и даже без схемки ее вышиваю. Потом просто проверяю. Ну, нравится мне этот сэмплер. Вообще такой он класснючий. Хочется поскорее его уже закончить и оформить. Нежный, интересный. В общем, я теперь человек, который потел на сэмплеры и примитивы. Я уже вышивала и сэмплер, и примитивы, и я понимаю, что я, у меня такое настроение, что я хочу только их вышивать, и я для себя выделила где-то 3-5 наборов, которые я бы хотела вышить Dimensions на данный момент, а все остальное почему-то уже не хочу, как-то мне не так сильно стало это нравиться, я вот просто стала замечать, что рука тянется каким-то другим интересным сюжетом, ну, может, потому что результат еще быстрый, и нитки интересные, с тканью можно поиграть. Тем более здесь все это очень доступно. Можно пойти в физический магазин купить без проблем, ничего ждать не надо. И если, конечно, он открыт, не как сейчас во время карантина. Но, в общем, мне это так понравилось. И я для себя выделила некоторых производителей. Это, конечно же, The Blackbird Designs. Я вообще в шоке, как я раньше не могла не замечать этого производителя. Мне так много схемок понравилось. Ну, кстати, многие оказались сняты с производства, и ниток, конечно же, к ним нет. Ну и мой любимый Plum Street Samplers. Я уже говорила, мне очень нравится вышивать американскую такую тематику. Там еще много историй заключено в этих сэмплерах, каких-то примитивах. Очень интересно, можно почитать и на Instagram на страничке производителя, также посмотреть YouTube-канал The Plum Street Samplers. Дизайнер там рассказывает, как и что. В общем, очень интересно. Я всем таким увлекаюсь, поэтому мне нужно все это срочно заказать. Но, к сожалению, ничего этого нет в наличии. Как только все появится, обязательно накуплю себе и буду вышивать. Также мне нравится Lila Studio, The Scarlet House. Но я, наверное, пока этот последний сэмплер вышу и отложу, буду пробовать что-то другое. Ну, еще какие-то там сэмплеры мне нравятся. И производителей их не так уж много, но есть. Вот. Еще я тут, знаете, чем занималась? У меня есть с собой такой домик, я привезла.
И у меня отваливались пуговицы. Вот никогда руки не доходили, чтобы я их перешила. То есть вот эта пуговица вообще отвалилась. Вот эта, простите, на соплях держалась. А вот эта пуговица по ключу, она идет вот сюда, и она закрывает тыкву, которую я вышила. Ну, мне было обидно, поэтому я эту тыкву вчера распорола и пришила на вот это пустое место. Все-таки она такая прикольная, не зря же я ее вышивала. Такая интересная. Ага, котика пришила, и здесь котика пришила. Я пришила котика. Звучит так по-бандитски. Вот. Интересный такой дизайн, который тоже мне так нравится. Хочу его оформить, но, к сожалению, пока нет возможности это сделать. Хочется вышить себе второй домик. Я не знаю, буду вышивать в этом году либо нет, но однозначно когда-то буду. Но мне хочется взять, наверное, такую же ткань. А я ее окрашивала сама вручную, поэтому не знаю. А вот здесь ее не купить в Америке. Буду, не буду вышивать. Я еще подумаю, у меня 100 пятниц на неделе, поэтому посмотрю еще. Такая ведьмочка милая. Я просто очень люблю всяких ведьмочек, поэтому я не могу на нее налиповаться. Я так повесила себе ее перед кровать, она висит, я на нее смотрю. Так, это, пожалуй, все, что я хотела рассказать про вот этот сэмплер. Я думаю, рассказала все подробненько, показала. Буду вышивать вот эту часть, заканчивать, потом вот эту надпись. Не знаю, в этом месяце я, конечно же, надеюсь, в следующем, точнее, да, в июне, вот эту часть завершить. Но, опять же, я не знаю, как все пойдет. Но если так посмотреть, то вот это можно за месяц вышить, и вот это за два, я думаю. Так, сэмплер просто огромный, у него огромные размеры, быстро тут не получится. Ну, еще, видите, нужно вышивать его днем, так как мелкий каунт, и мне тяжело под лампой все это дело делать. Вот эта часть, конечно, самая красивая, мне кажется, можно вот так вот вышить, и все. И этого достаточно. Вот. Вот такая красота. Дальше покажу вам Милхил. У меня был такой урожайный месяц на Милхил. Я вышила практически 3 набора и 4-й начала. Почему-то мне очень хочется этих малявок повышивать. Не могу навышиваться. В общем, такой Scaredy Cat, который я вышиваю по остаткам. И здесь у меня не хватило цветов. Я уже рассказывала в предыдущем видео. Я надеюсь, они у меня есть в запасах. И в июне, в конце июня, начале июля я этот бисер доплещу, а если нет, то просто докуплю, и ничего страшного, думаю, тут часик повозиться, и все будет готово. С этим сюжетом я участвую в СП от Люды, хочу завершить 7 своих процессов. В общем, я считаю, что я его завершила, так как набор-то у меня закончен, на то, что не хватает парочку цветов, ничего страшного, это часик работы. В общем, красивые такие котятки, мне кажется, это очень классический сюжет, который у многих я видела, но он такой милый. Он, конечно, меня удивляет, умиляет и заставляет улыбаться, потому что я люблю котиков. И собачек вообще животных сильно люблю. Я его вышила на 30-м каунте. Соответственно, работа у меня чуть-чуть уменьшилась, и бисер немного в каких-то местах толкается. Поэтому, если я буду оформлять, то нужно все, конечно, поправлять. Я решила, что больше не буду вышивать на вот этом отрезке, я не знаю, что канва, да, на вот этом отрезке канвы Милхил, поэтому эту работу я либо оформлю, я думаю, в шкатулку, либо в подушку, либо в пинкип, я как-нибудь еще, я подумаю, что с ней сделать, но серию таких подушек, как я думала, не буду вышивать, потому что бисер толкается, и мне это не очень нравится, все-таки как-то не так аккуратно выглядит, но вот эта основа мне, конечно, очень порадовала, приятно, нравится, не знаю. На самом деле я и на бумаге люблю вышивать, иногда люблю, иногда не люблю. Это дело настроения, но вот этих котиков решила вышить на такой канве. Очень просто, я уже, по-моему, рассказывала про этот сюжет, даже не знаю, что еще добавить. Вот эти, тут, смотрите, есть ошибка, кто не смотрел мое предыдущее видео, здесь только крестики, а по схеме у нас идет еще бисер, так что здесь еще я добавила бисер. Такой классный яркий сюжет, прям вообще осенний-осенний.
Чудесные котики. Здесь я ошибалась. Сразу 4, наверное. Видите. Приходилось мне перешивать, распускать все, но ничего страшного. Мне очень нравятся подсолнухи здесь. Вообще, я люблю подсолнухи. Так, вот это, пожалуй, все, что я, наверное, расскажу сейчас про этот сюжет, потому что здесь больше нечего сказать. Покупка у меня есть, но она большая, я ее перезакажу. Когда буду заказывать нитки и какие-нибудь схемы с 1, 2, 3, 4. Следующий сюжет — это вот такой классный бу. Я вообще от него просто тащусь. Привидение с тыквами, если честно. Когда я начала вышивать этот сюжет, я почему-то не думала, даже когда получила, что он будет настолько классным, ярким, насыщенным. Я вышиваю. Ну и ладно, будет что-то и будет. Как обычно, да, результат всегда, конечно, радует и процесс, но когда я начала вышивать эту тыкву, я просто прибалдела. И вот эту, как видите, здесь у нас идет алжирский глазок, здесь полукрест, а здесь продолговатый такой крестик, то есть интересные техники, не просто крест. Ну и, конечно же, вот тут такой тоже продолговатый лонг-стич. Крестиков-то не так-то и много. Они идут вот только вот здесь и здесь немножко. Что же вам показываю? Давайте покажу свою готовую работу. А то все превью, да превью. Вот. Немножко отсвечивает, поэтому сделаю вот так вот. Вот такой бу у меня получился. Посмотрите, какая красивая тыква. Я балдею от нее. И вот это... Тыква напоминает мне ананас. Ну, похоже, правда? Немножко подсвечивает. Похоже на ананас. Очень красивые оттенки. Вот, честно скажу, мне передается через камеру весь блеск бисера и как вот это все так мерцает и выглядит, но все равно можно видеть, насколько она красивая, эта работа. Насыщенная, веселая, такая прям вообще ути-пути. Здесь у нас пришивается еще тыква. А здесь у нас идет вот эта звездочка. Но, как видите, по ключу звездочка у нас идет такого деревянного, что ли, оттенка коричневого цвета префорированной бумаги. У меня же, сейчас вам покажу, в наборе шла вот тыква. Такая красивая, яркая, насыщенная, просто супер. И вот эта звездочка. Но она у меня белая, прям такого яркого белого цвета. Если эту тыкву можно, например, пришить... Мне не хочется, если честно скажу, пришивать ее на бисер. Здесь много бисера, и как-то не хочется вот эту красоту мне зашивать. Поэтому можно было бы пришить ее вот сюда. Мне кажется, было бы прикольно, но не факт. Ну, мне кажется, да, здесь как раз-таки такой участок можно зашить. И вот эта звездочка, которую я тоже еще пока не пришила, вот она примерно идет вот так... Мне кажется, что она забирает все внимание на себя. Сейчас, может, конечно, это кажется глупо, но я вижу вот акцент этой работы на вот этой звезде, потому что она, может, я сама тебе придумаю, еще раз повторюсь, она достаточно яркая. А когда она коричневая такая, то она как бы сливается вот с этой звездой. И акцент все-таки на тыквах и на вот этом привидении. Я могу ошибаться. Это я так вижу, вот смотрите. Если коричневая, то было бы, наверное, здорово. А вот так как она белая, она достаточно ярковатая. Но я, опять же, повторюсь, не знаю точно, что мне с этим делать. Я еще пока подумаю, я в раздумьях. Время есть, мне некуда спешить. Поэтому я не пришила. Мне кажется, вот сюда можно было бы пришить. Работа такая интересная вообще. Вот немножко загнулась у меня бисер. Вышивать было сплошное удовольствие. Но я ее вышла за 1.5 дня. Я не знаю, она просто летела. Я сейчас смотрела фильм, по-моему, «Крик» называется. Да, я решила пересмотреть серию «Криков». Я посмотрела только 3 части. Я его смотрела в детстве, даже не в детстве, когда была подростком. Вот эти «Крик», «Звонок», очень страшное кино. И что-то я думаю, дай-ка посмотрю. Пока вышиваю, включу так на фоне. И я не испугалась, но забавно, в общем, такое настроение создала. Хотя я не люблю ужастики, я их боюсь. Я еще такая трусиха, что касается вот такого всего. Поэтому, да, ужастик старый был, он меня не напугал. Очень красиво. Я не могу, я просто
пищу от радости. Здесь интересный такой бисер цвета шампань. Но опять же, от превью немножко отличается. Как мне кажется. Вот этот бисер здесь, он более такой в розовинку уходит. А здесь он более красенький такой. Ну, это может у меня такое цветовое восприятие. Здесь нежный у него такой, видите, слегка розовый бисер. А у меня поярче. Еще я эту работу видела в Инстаграм у девушки одной. И у нее этот бисер, вот он у меня белый-белый, а у нее он более такой прозрачный, с беленьким внутри. Ну, то есть вообще наборы абсолютно разные. Ну, не абсолютно, но разные. Есть отличия по ниткам и по схеме. Вот это привидение, оно вышивается, и не только привидение, и тыква вышивается в 6 нитей. Также вот эта вот рамка, но я не люблю вышивать в 6 нитей, скажу честно, мне тяжеловато, поэтому я все вышивала в 4. И я не думаю, что какая-то большая колоссальная разница видна. Иголкой так туго проходила, ну, лично у меня. Поэтому мне кажется, что в 4 выглядит все достаточно классно, и я особо дырочки-то и не вижу. Лонгстич такой тоже интересный. Я там вообще, я просто кайфовала, когда вышивала этот набор. Я не знаю, я такие к нему чувства испытываю. Вообще не могу. Вот схемка, все понятно. Я карандашиком здесь что-то зачеркиваю, потому что пару раз ошибалась, приходилось мне все это дело распускать. По ниткам, естественно, их осталось огромное количество. У меня такой, видите, бомж-органайзер. Вот, тут еще хватит на 2 отшива 100%. Ну, черного не знаю, но фиолетового, оранжевого, бело-зеленого хватит еще, да, на 2 отшива. Так как вообще обычно ниток хватает еще на 1 отшив, а я еще уменьшила, поэтому на 1,5-2 отшива хватит. По бисерам. Бисера осталось очень мало, что для меня удивительно, так как обычно бисера хватает на всю работу. Ну, здесь мне, конечно, все хватило. Еще много остается. Это, в общем, все остатки. То есть, я вижу, здесь хватит, конечно же, на щечки вот этого розового бисера. Белого не хватит. Золотого может хватить. Черного. Ну, черный, черный и зеленый. Не знаю, его 100%, конечно, не хватит. Кто хочет вышить два раза. Но вот этот бисер, который в старых наборах, он отличается от бисера в новых наборах, поэтому, мне кажется, его попроще подобрать. Он не так блестит, более матовый. И, ну, или может какие-то замены сделать. Если честно, я не вижу, куда этот бисер мне деть, потому что я обычно их разбираю на повторный отшив, чтобы вышить какой-нибудь еще один наборчик. Но этот бисер, он не популярный, так он старый. И его здесь мало, не знаю, что с ним сделать. Ну, пусть пока так лежит, может когда-нибудь пригодится на какой-нибудь другой отшив. Это был вот такой сюжет. Ну, или, может, кому-то подарю этот набор, остатки точнее. Так, еще один сюжет. Это вот такой бочонок меда, Honey Pot. Как же он мне нравится. Я вообще просто, опять же, влюбилась. Я вообще такая влюбчивая натура, оказывается. Хотя в жизни нет. Но от вышивки, конечно, можешь себе позволить. Баловство. Я не знаю, кто этот сюжет не знает. Он очень милый, классный, такой прям муси-пуси. Мне очень нравится. Яркий, насыщенный. Очень понравилась мне здесь вот эта пуговка пришивная. Так поблескивает. Магниты я делать, я уже повторяюсь, я просто в том видео говорила, не буду. Просто положу себе в будущую шкатулку с такими работами маленькими мелхилы, пусть у меня лежит. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, практичнее нужно было вышить эту работу, только у меня тиснанка, на какой-то основе, на льне, и сделать пинкип, либо игрушку, гирлянду, я не знаю, хоть что-нибудь, и от работы бы висела, и меня радовала так, я просто положу шкатулку, ну или максимум как-нибудь вот так вот себе где-нибудь поставлю. Ну, даже вот так вот я все равно получаю удовольствие, глядя на этот сюжет. Здесь у меня бисера осталось мало, очень понравился вот этот оттенок фиолетовый, он просто вообще супер. Я вам покажу, что это. Ничего не вытаскиваю. Бисер осталось много, ниток тоже осталось много. Я вышивала в два сложения. Вообще люблю шить два сложения, хотя
научила вышивать в основном почему-то в три сложения, но мне просто не нравится закреплять нить в три сложения, поэтому вышиваю в две. Вот, по бисеру, что у меня тут, суповые остатки. Ну, правда же, похоже, на такой с горошком, с вермишелькой. Вот. А вот этот цвет очень популярный, зеленый. Естественно, вот этот pearl цвет популярный. Вот этот горчичный я не особо видела. Вот, вот я приклеилась. Синий, яркий, красивый. Ну, на второй шив здесь не хватит. Нужно будет докупать 100%. Я не уверена. Ну, я думаю, вот этого... Приклеиваюсь. Вот этого горчичного оттенка хватит. Зеленого, я думаю, тоже должно хватить, но что касается, ну, белого, наверное, кстати, тоже, что касается синего его, я думаю, не хватит. Вот. Я бы, может, вышла еще один раз, только уже на, не на бумаге, а на льне. Очень красивая работа, я просто не могу, как же она мне нравилась, но я что-то не покупала, я думала, что вот эти сюжеты, они достаточно дорогие, это как я считаю, если вот этот, ну, не знаю, там $15, да, средняя цена, стоит вот такого обычного сюжета, то вот этого стоит 8, там, плюс налогами, $9-10. И ты его вышиваешь за час, и все. Ну, зато какое удовольствие. Как же это мне нравится. Ну, я подумала, что мне заказать. Ладно уж, баловство. А то все равно пойду и их проем, эти деньги, либо потрачу на какую-нибудь еще фигню. А так у меня будет бочонок меда. Хочу себе вот этот сюжет очень, Berry Jam, я вообще от него тоже тащусь, и Peaches, но Peaches мне не так сильно нравится, как Berry Jam. Berry Jam точно буду вышивать, надо когда-нибудь это дело докупить, но пока я решила Милхил не покупать, пока не вышью еще 2-3 набора, а то у меня совсем уже сумасшествие какое-то пошло, Милхиломания, если можно так сказать. Так, еще один сюжет, который я начала позавчера. Точнее, позавчера. Это вот такая Magic Wanda. Моя загорелая красотка. Ведьмочка. Боже, как я люблю ее туфли. Такие милые. Я не могу на нее спокойно смотреть, потому что она мне тоже очень нравится. Она такая милашка. Вот все, кто любит Милхил и Хэллоуин, вот там, не знаю, осенние тематики, они меня поймут, какие чувства я испытываю. Боже, это просто прелесть. Птичка классного окраса, бисер яркий, насыщенный. Здесь, смотрите, такой матовый. В общем, все очень интересно, хочется скорее вышивать. Буду-буду. Так, здесь вообще, я вот это за вчерашний вечер повышивала. Так, совсем ничего. Вышила ее платьюшко чуть-чуть. И накидку начала вышивать, и лицо загорелое. Немного отсвечивает. Вот этот цвет, он не такой мятный, как на самом деле. И вот этот не такой приглушенный, чуть-чуть поярче. Не знаю, почему так показывается. Но, да. Вот, такая она классная. Я просто не могу. Вышиваю тоже ее в два сложения, не в три. Здесь вообще не такой очень мало. Здесь у меня уже не такой бомжатский органайзер. Я вытаскивала с наборов Dimensions вот такие органайзеры и решила на них навесить нитки DMC для наборов Милхил. Вот. Смотрите, как много. 33-62. В общем, стандартные цвета, которые постоянно у нас где-то присутствуют. Вот этот цвет вообще постоянно встречается в осенних сюжетах. Вот эти, да, цвета Милхил. DMC, точнее, наборов Милхил. Да, они все встречаются постоянно. Так как я вышила две нити, у меня, опять же, будет очень много остатков. Покажу вам схемку. Бисер я, кстати, никогда не разбираю на... такие, как, не знаю, на органайзер не раскладываю. Извините. Я просто беру вот так вот. Например, мне нужен пакетик вот этот. Допустим, это у нас... Так, Petite Black. Да, это у нас пакетик без звездочки. Я просто беру и начинаю весь черный вышивать цвет. Потом беру, начинаю весь фиолетовый и дальше по списку. Также с этим пакетиком поступаю. Я уже неплохо разбираюсь в цветовой палитре наборов, а бисера Милхил, поэтому я достаточно четко все вижу и никогда ничего не путаю. Все безумно просто, и никаких трудов это не составляет. Тут вышивать тоже вообще раз-два я обчелся. Я специально не вышивала этот сюжет вчера, потому что думаю, блин, вот вышиваю его, и у меня его не останется. Мне он так нравится. Хочется растягивать удовольствие.
Вот, я вышла совсем чуть-чуть. Опять же, вот эти подсолнухи красивые, яркие, насыщенные. Птичка. Ну, я думаю, я тут справлюсь тоже за 2 дня максимум. Но я не буду 2 дня вышивать, так как хочу растягивать удовольствие. Очень нравится этот домик. Я его, наверное, буду вышивать подбором. Докуплю пуговку. И, кстати, в этом домике по схеме не хватает парочку оттенков DMC и бисера. То есть не полностью вот этот сюжет содержит цвета бисера и ниток вот с этого сюжета, хотя они очень-очень похожи. Но большинство, конечно же, есть. Там буквально 2-3 оттенка не хватает. Может, вообще одного. Я не помню. Вот, как видите, у меня тут мелхиломания идет полным ходом. Никак не могу ничего с собой поделать. Мне нравится их вышивать, этот мелхил, вкусные конфетки. Поэтому вышиваю, играюсь. Но это, конечно, такое, знаете, больше это, не знаю, такие детские сюжеты. Но они мне нравятся, приносят удовольствие, веселье. Поэтому я их вышиваю. Еще раз хочу вам показать чуть-чуть поближе вот этот сюжет. Смотрите, тыква, паук, конфетки. Как бисер я выкладываю. Ну, вот у меня, смотрите, иногда ровно, иногда не очень ровно получается. Я, если честно, не особо запариваюсь по этому поводу. Вот. Маленький вышивается аппетит крестиком, а такой полукрестиком. И когда идет большое количество вот бисера, то он у меня не так ложится ровно, как мне хотелось бы. Здесь тоже так, поэтому что я тут на себя наговариваю. Вот. В общем, да, рамка такая тоже классная сюда подошла бы. Ой, не могу. Так, сейчас покажу вам набор Dimensions. И да, надо убирать весь этот мухил, потому что я смотрю тут и в улыбке просто расплываюсь. Наверное, слышала по голосу. И пойду вышивать вот этот сюжет. Вот такие вегетарианские домики. Красивые. Они здесь такие ухоженные. Их очень много. Относительно, конечно. Напротив уже обычный. Здесь вот такая красота. Следующий сюжет от компании Dimensions, точнее даже это готовая работа. Lovely Victorian Home, George Bjorkland, если я правильно прочитала. Вот такой классный результат у меня получился. Мне безумно нравится эта работа, она такая уютная, я на нее смотрю и просто не могу оторвать взгляд. Вот серьезно, она такая уютная, я не знаю, как можно было сделать так, но... Все-таки это получилось у производителя. Смотрите, она такая большая, что она даже не влезает мне в кадр. Вот. Но я, честно, сюда довышивала. Я переживала, что мне не хватит вот здесь вот кусочка ткани. Но я не знаю, кстати, почему я так подумала. Наверное, потому что я посчитала, что лесенок будет больше. Но мне всего хватило. Начинала я вышивать с центра, поэтому проблем никаких не было. В общем, вот такой у меня получился интересный результат. Это у нас 14-я канва. Снова такая цвета айвори. Очень мне понравилось на ней вышивать. Она американская, поэтому мягенькая, да. Но я бы, если честно, наверное, заменила бы ее на какую-нибудь равномерочку. Я не знаю, почему это не сделала, но, наверное, потому что я люблю вышивать на аиде, а вот оформленные работы, когда видно большой участок аиды, мне не очень нравится. Вот какой-то парадокс. Но все равно нравится. Вот, работа у меня готова. И вот сейчас я села снимать видео и вижу, что я не доделала здесь вот бэкстич. Здесь у нас идет вот такая полосочка крыши бэкстича. Я ее, к сожалению, не доделала. Ну ладно, что хотелось мне поскорее видеть готовый результат, что я доделала. Схема у меня вообще просто нечто. Мне не очень нравятся американские схемы. Они мне нравятся, но мне не нравится то, что они на 4 листах. И у меня вот именно по вот этой причине, посмотрите, как все выглядит. Я еще, конечно, вышиваю, так, может, не очень аккуратно, в плане того, что я с собой все вожу в машине, в лесу, дома, на кухне, на диване, вообще в комнате, в кровати, везде вышиваю, поэтому... Я с собой везде таскаю схему, и она, конечно же, у меня лохматится. Знаю, что многие приклеивают скотч, но это, наверное, не мой вариант. Вот. А так-то схемы, чего я жалуюсь? Они вообще суперские, и у меня нет к ним претензий, все четко.
ярко, ясно, все понятно. Но вот эту схему я выброшу. Вот это тоже отдельный кайф, когда ты заканчиваешь работу, раскладываешь нитки. Я все обрезки выбрасываю, только цельные нитки в основном оставляю. И вот, конечно, схему тоже выбрасываю, превью тоже. Вот здесь у нас ниток осталось практически все хватило, но мне не хватило черного цвета. Я не знаю, кстати, почему, может, я его потеряла где-то. Я взяла от набора Mill Hill. Я думаю, здесь все хватит на второй отшив. Вообще вполне, так как много оттенков осталось. Голубой, розовый, оранжевый, зеленый, белый. Единственное, сирени тоже вообще очень много, он основной цвет. Единственное, что здесь светлых оттенков не хватает. Я думаю, 100% не хватит цвета 60-98, 12-275. Вот этого цвета точно не хватит. Я его возьму свой другой сюжет, который буду вышивать подбором. Portrait of Lady. Потихоньку хомячу туда нитки. Не знаю, когда буду его вышивать. Пока не соберу все нитки, не начну. Ну, или, по крайней мере, да, большую часть, наверное, все. Вот, я его не хочу начинать. Может, осенью начну. Посмотрим. Но летом пока не хочется. Хотя, вы знаете, мы такие натуры вышивали. Да не только вышивали вообще женщины. И не только женщины. Но я заметила по женщинам. И вышивальщицы мы такие все переменчивые. Хочется сегодня одно, завтра другое. В общем, 7 пятниц на неделе. Даже не 7, а еще больше. Поэтому... Не знаю, припрёт начну, нет, так нет. В общем, не могу перестать гладить эту работу, потому что она просто невероятная. Вышивала я ее примерно полгода, просто потому что я начала вышивать вот с этой крыши, середины, и я ее отложила на месяца 4, и вот буквально 2 месяца назад достала, и вышло вот это дерево, и немножечко дома. И вот за месяц у меня вот такой полностью готовый результат. Я, когда смотрю Инстаграм вышивальный, вижу там девчонок, которые вышивают не просто вот такой, да, коллекцию обычную Dimensions, а голды, и я просто в шоке. Они даже за 2-3 недели вышивают огромный голд. Я просто поражаюсь и восхищаюсь, насколько быстро они вышивают. И у меня всегда такой вопрос. Вообще, вы спите? Вы едите? У вас есть жизнь? Потому что это просто, мне кажется, невозможно. Ну как? Это просто какая-то машинка. Это вообще, я только об этом могу мечтать. У меня, к сожалению, так не получается. Для меня, вот если бы я села вышивать только одну вот эту работу, она бы заняла у меня месяц, потому что она объемная. Ну, она очень простая, тут, конечно, ничего не скажешь, но все-таки есть и другие увлечения, и я не могу вышивать одну и ту же работу. Я вышивальщица нескольких процессов, мне нравится иметь 2-3, это оптимальный для меня вариант. Мне кажется, 5-6 уже много, а вот 2-3 работы — это самое то. Вот. Люблю эту работу, нежно. Здесь у меня есть французские узелки, которые немножко примялись после стирки, но я думаю, ничего страшного. Забавный факт — то, что у меня после стирки всегда кривится бэкстич. Я не знаю, вроде ровно делаю, но потом он как-то немножко искривляется. Не везде, но... Я не знаю, с чем это связано, ну, так бывает. Но ничего страшного, меня это совсем не огорчает. Этот домик такой старенький, рухленький, поэтому здесь вот такой вот бэкстич, который можно было бы приложить, кстати, вот в одну сплошную, да, а я его так вот по 2 клеточки делала, то он такой выглядит немножко как корявенько, что ли. И мне кажется, очаровательно. Ну, это мне так кажется. Также здесь у нас я изменила свет в окон, окошках. Здесь идет бэкстит черного цвета, также цвета серого 18-390. Вот там, где темная часть, здесь идет бэкстит в одну серую нить, а где сам свет, то уже в 2 нити. Я вышила в 2 нити, как и полагается, но потом распорола, потому что я просто-напросто уже не видела черного цвета. Мне хотелось, чтобы черный цвет как-то у меня был. Вот как вот выглядит бэкстичем, 2 сложения вот здесь. Здесь выглядит красиво, но у меня так не получилось. Это, конечно, только моя вина. Что тут говорить, хотя я не считаю, что это вина, но вот у меня так получилось. Как получилось. Вот. Интересный такой сюжет, знаете, я не могу даже просто вот эту картинку налюбоваться, мне тоже нравится. А еще я сейчас смотрю, пока говорила, и заметила, что я вот здесь бэкстич не доделала.
Ой, так хотела поскорее закончить, надо бы идти доделать. Но тут буквально 3 минуты работы, поэтому я все это быстренько сейчас завершу. Я думаю, кстати, бэкстича будет намного больше, потому что как бы дом и такой я вот здесь этот проложен интересный забор. И здесь бэкстич тоже, кстати, достаточно тоже много, но на самом деле я вышивала его по ходу работы, и его казалось не так уж и много. Здесь только на лесенках, на розочках, на вот этих колоннах, здесь на домике и на заборе. На заборе вообще, кстати, очень мало, и он идет такой серым цветом, слегка видно, поэтому вышивался вообще очень просто и легко. Не могу налюбоваться, действительно, такая уютная работа. Кстати, вот этот художник живет в штате Мэйн, у него там есть галерея, я оставлю ему сайт, кто хочет посмотреть, у него такие там красивые работы, которые Dimensions уже брал себе в разработку, и вы все их уже знаете, конечно же, и вот галерея его, конечно, закрыта пока что, но как я только буду в штате Мэйн, обязательно хотела бы там побывать в этой галерее. Кстати, Мэйн один из штатов, ну, один из штатов, где можно увидеть северное сияние, вот, он точно такой северный, вот, маленький, и холодный, ну, лично для меня, штат, но интересный. Вот. Интересно, где домик находится. Я, кстати, искала информацию, но не нашла. Забавный. Смотрю на него, и такое у меня умиротворение. Мне кажется, я сейчас вот выйду. Это для меня такой golden hour, да, золотой час, когда уже солнышко садится. Может, солнце даже светит вот в окна, потому что все-таки здесь как бы свет включен, да. И на улице тепло. Сейчас я выйду так с чашечкой чая, сюда поставлю чай, буду вышивать, чилить, смотреть на вот этот парусник и наслаждаться жизнью. В общем, ну, собственно говоря, что я обычно и делаю, но вот я смотрю на эту работу, вот для меня вот именно такие чувства она вызывает. В общем, пожалуй, это все. Здесь я не знаю, что еще рассказать. Я про нее снимала тоже достаточно много видео. Бленды, крестики, полукрестики. Кстати, блендов здесь достаточно много, но они все очень быстро у меня и как-то легко шли. Вот. Здесь блендов, но все так просто. Просто невероятно. Наверное, надо мне начать еще несколько дизайнов от Dimensions. У меня сейчас есть 2 дизайна в работе, которые я хочу завершить до конца года. Я с этой работой участвую в СП от Люды, опять же. Поэтому можно вычеркнуть. Там у меня осталось всего 2 работы, кстати, которые Dimensions мне надо, вот, поэтому их надо мне завершить. Я вообще, скажу честно, не люблю, когда работа лежит у меня долго, меня это как-то коробит. Я понимаю, что они лежат, кушать не просят, но я все равно знаю, что они меня ждут, и я хочу их вышивать. И почему? Почему они лежат? Поэтому я люблю все-таки завершать все свои работы до конца. Но, опять же, я действую все по вдохновению. Если мне есть вдохновение, я вышиваю. Если нет, то нет. Если я не хочу вышивать, я себя не насилую и не вышиваю. Вот. Но все-таки у меня есть какой-то план, и я стараюсь его придерживаться. Поэтому я, наверное, закончу те 2 работы и начну новый большой Gold Dimension. У меня есть 2 варианта. Один уже начатый, а один нет. Вот я подумаю, какой из них начать. И все-таки мне нравится, когда у меня есть Дима в работе, чтобы от каких-то схем, от Милхила или примитивов как-то переключаться. Иногда на Dimensions очень хочется. Здесь иголку вставил, точнее, нитку вставил в иголку и пошел. Здесь так все легко. И так же это и с другими, да, сюжетами. Поэтому для меня эти сюжеты и наборы легкотня, и вот иногда хочется такой легкотни. Вот. Еще хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. Я снимала видео «Вышиваем болтами». Я не ожидала, что будет такая вот отдача. Про себя рассказывать всегда сложно, и я как-то, знаете, обычно к видео не готовлюсь, не структурирую. Я знаю, что надо, и это по правилам, и все-таки как-то интереснее смотреть, но я вот такой человек, у которого просто речь льется, я не могу какие-то сценарии ставить, особенно когда я про себя рассказываю. Я что говорю, то говорю. И, в общем, большое спасибо, что вы меня поддержали. Я обязательно сниму 2 часть, как только у меня будет побольше времени. Вопросов так много, и все они такие интересные. Я прям вообще так хочу поскорее же отвечать. Вот как только будет поменьше работы, обязательно сниму это видео. Еще хочу сказать большое спасибо, что вы меня поддержали в СП «Вышивая магию Риты». Я вообще не ожидала. Я там заняла 1 место и выиграла приз. Схемки. Одну, по-моему, с Хэллоуином, а 2 с драконом. И я участвовала там своим средневековым сэмплером.
я честно скажу, я участвовала просто так, чтобы поддержать Риту, и я люблю СП, мне нравится вышивать в СП, когда нет каких-то определенных сроков и обязаловок, но просто я могу сходить по хэштегу, походить, посмотреть работы, и меня это вдохновляет, поэтому я люблю СП, но когда есть какое-то ограничение по времени, мне не особо это близко, я как-то сразу так в противовес иду, и мне не хочется делать. Ну вот, и я выиграла, я вообще не ожидала, мне было так приятно, я прям обалдела. Я, кстати, два раза участвовала в СП, два раза выигрывала. Один раз играла вот этот домик, который я вышила, да, уже я вам показывала. И вот выиграла схемки. Но я решила, что я не хочу вышивать эти схемки, потому что, ну, просто не хочу. И не хочу складировать у себя дома наборы, схемы, которые я, по крайней мере, в данный момент не хочу вышивать. И если есть люди, которые вышили достойные работы, и они хотят эти схемки, то почему бы им не получить этот приз? И, в общем, мы с Царитой поговорили и решили, что второе место, которое девочка заняла, она получит подарки. Мне кажется, это честно и правильно. Вот. Ну, в общем, большое спасибо. Я прям вообще так обрадовалась, я честно. Я уже забыла про ТСП, потому что ну, так получилось. И я точно не рассчитывала выиграть, даже не знала, что там за подарки будет, пока уже Рита мне не написала. Я такая думаю, ничего себе. Вот так. Спасибо большое. Кстати, меня спрашивали про СП несколько раз, потому что я уже организовывала свое СП деревня в том году. Спасибо большое. Мне приятно, кто участвовал и кто там интересуется, будет ли еще СП. Наверное, будут, но я не знаю, какую тематику взять. Видите, вот я такой человек больной по Милхилу и по Хэллоуин. И у нас уже Юля Лещенко делает СП с Хэллоуином и Милхилом. И поэтому я даже не знаю, что вышивать, какие СП придумывать. Нужно же делать то, что и ты тоже делаешь. По Dimensions у нас уже есть. По примитивам, сэмплерам тоже есть, поэтому я не знаю. Я еще подумаю, может, какую-то определенную тематику взять. Но посмотрим. Вот, я еще над этим подумаю. В общем, всем большое спасибо, что провели со мной время, потратили свое драгоценное время на меня, на мой ролик, и надеюсь, вы получили удовольствие. Большое-большое спасибо всем. Хороших, теплых дней, побольше продуктивных дней вышивки и вообще всего самого хорошего, счастья, здоровья. И вот, в общем, я вас всех обнимаю. Пока-пока. Платьюшки. И боюсь навернуться, поэтому сижу тут, глажу коленки, жду макияж, встречать закат. Здесь очень